Вам очень повезло, потому что сейчас я вам расскажу про одну из самых сильных и существующих мудр, и это Калешвара мудра, которая способствует укреплению памяти и прояснению ума. Названа эта мудра в честь буддийского бога Калешвары, который отличался умом, рассудительностью, мудростью и проницательностью. Помимо укрепления памяти, эта мудра помогает пробудить интуицию, улучшить концентрацию внимания и помогает избавиться от вредных привычек. Техника выполнения этой мудры довольно проста. Следите за мной. Руки направлены ладонями друг к другу. Мы объединяем средний и большие пальцы между собой. Остальные пальцы сгибаем и тоже объединяем между собой. Вот у нас получилась Калешвара мудра. Мы раскрываем максимально широко локти, большие пальцы направляем в сторону солнечного сплетения и держим так эту мудру от 1 до 5 минут в день. Делайте эту мудру, пробуйте, и вы увидите потрясающие изменения в вашей жизни. А тем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить новых интересных видео. До скорых встреч!